Пожалуйста, расскажите подробнее про поле, про 25 элементов и про Пурушу. Please describe in more detail about the про поле, про 25 элементов и про Пурушу. About the 25 elements, about Purusha, and about the Kshetra. That's a question for Valmiki Prabhu. This is a question for... это вопрос к вам, Valmiki Prabhu. Ну, там все описано в Бхагавад-гите, если мы читали сегодня. Что касается подробно, надо в комментарии Прабхупады туда заглянуть. Изучить это все в Бхагаватам. Ну, переводите. Мы сегодня читали, we were reading Srimad Bhagavatam today, and everything is described there. We just need to read in more detail. И когда мы будем изучать Бхагаватам, там тоже будет это описываться, в комментариях в большинстве Прабхупада будет периодически затрагивать эти темы, об элементах. When we start reading Srimad Bhagavatam, all these matters will be described there, and Srila Prabhupada will be commenting them in his purport. То есть, не знаю, как подробно рассказывать, просто это долго, наверное, будет, 25 элементов, если про каждый элемент рассказать подробно, это будет, ну, все время и займет, наверное, наше. If we start now describing all the 25 elements, it will take a long time, probably a whole time of today's broadcast. Если так просто вкратце, скажем так, то есть пять элементов это пять земля, вода, огонь, воздух. Briefly, five elements is water, ether, fire, earth, and air. Земля, вода, огонь, воздух, эфир. Yeah, I've said that. Органы чувств и органы познания. Их 10, 11 получается. And there are 11 organs of feeling and learning. То есть, например, орган зрения, чувство, орган глаз, а чувство зрения. For example, vision is the organ. Vision is the organ you can see, and but it's the organ of feeling. Sorry, a little bit confused here. Don't worry. То есть туда добавляется еще ум, также получается 11. So if we add to all these organs and senses, if we add there the mind, that's the 11th element. И также есть органы действия. There are also the organs of action. Руки, ноги. Hands, legs. Органы выделения, то есть анус, гениталии, язык. And the organs, genitals, and the tongue. Также есть ум, мы говорили уже, да, разум, ложное эго. There is also mind, intelligence, false ego. Ну, гораздо важнее просто понять, как это все работает, взаимосвязи, то есть как оно взаимосвязано с этим, ну, все эти элементы. It's more important to understand how all these elements are interconnected. И Пуруша, он как раз, то есть это Господь сам непосредственно, который находится в сердце у нас. And Purusha is the God himself who is sitting in our heart. Пуруша буквально тот, кто наслаждается. Purusha means the one who enjoys. То есть мы души, мы те, кто наслаждаем Пурушу. We are the souls. We are the ones who help the Purusha to enjoy. То есть само по себе вот это понимание, что мы хотим наслаждаться, оно противоречит нашей природе.
мы ломаем просто природу свою. And this understanding of ours that we want to enjoy is wrong. We are breaking this interconnection. Потому что наша природа наслаждать, не наслаждаться. Because our nature is to serve the one who enjoys, not to enjoy ourselves. Это то же самое, что мужчина будет просить женщину зачать ребенка в нем, чтобы он потом родил. Otherwise, we can say that a man could ask a woman to encourage a child in him, not in the woman. Это что-то какая-то уродливая реальность. It will be some ugly reality, otherwise. Прабхупада такое выражение говорит: уродливая реальность. Prabhupada used this had to have this saying, an ugly reality. И поэтому, когда мы хотим наслаждаться, не наслаждать Бога, то есть не служить Ему, то мы превращаемся вот в этих уродливых реальцев, или как сказать, реальных уродов, можно сказать. So when we занимаемся. So when we start to enjoy ourselves and not help the Purusha to enjoy, we turn into this ugly reality beings. И поэтому для душ, которые хотят наслаждаться, создан уродливый материальный мир. Therefore, мне кажется, что он прекрасный. Therefore, for the souls who want to enjoy, this ugly material world was created, and it seems to us that it's beautiful. Мир, он как тюрьма, там сидят вот наказанные те, кто хотят наслаждаться, хотят пурушами быть. The material world is like a prison for those who want to enjoy, who want to be the Purushas. Мы как зоопарк для духовного мира. We are like a zoo for the spiritual world. На нас смотрят как на этих, как не на жителей духовного мира, мы здесь как зоопарки в материальном мире. We are being observed as the beings in the zoo, not like the beings in the spiritual world. Мы в клетках сидим, нас не выпускают, потому что мы опасны очень. We are being caged because we are so dangerous. И так надо наслаждать. Вот это наша естественная природа. And our natural nature is to help the Purusha to enjoy. То есть мы пракрити, те, кто наслаждает Пурушу. We are пракрити, the ones who help to enjoy for the Purusha. И если Пуруша счастлив от того, что мы вот служим ему. And if Purusha is happy that we serve him. То тогда мы испытываем счастье сами также. Then we start feeling happiness ourselves. Любое ощущение счастья, которое человек переживает или ощущает, это все санкционировано Пурушей в нашем сердце. Any feeling of happiness is being sanctioned by Purusha himself. Поэтому преданное служение, оно как раз в этом заключается. Удовлетворить Господа. Therefore, this is the meaning of devotional service, to satisfy the Supreme Personality of Godhead. И вот это лекарство, с помощью которого можно вылечиться от этой болезни материальной и уйти в духовный мир. And this is the treatment through which we can go through and go back to the Godhead. Очень простое, легкое лекарство. Very easy and simple medicine. Но тот, кто привык наслаждаться, для него это очень горькое лекарство, невыносимо горькое. But those who are used to enjoy themselves, for them this treatment is very bitter. Бескорыстно служить — это для такого человека это что-то страшное. Как вселенская форма для Арджуны. So for such a human being who is used to enjoy, devotional service is something horrible, like the universal form of God for Arjuna.